Сейчас осень, на дворе с каждым днем холодает, и я подобрала для вас самые актуальные модели верхней женской одежды. Пальто Laurel. Здесь мы можем посмотреть сразу несколько тенденций. Во-первых, это черный цвет сейчас очень актуальный. Второе, так называемый стиль oversize, то есть размер макси. Спущенные линии плеч сейчас в моде. И в целом вот это пальто, оно отвечает буквально всем осенним тенденциям. К тому же оно очень теплое и уютное. Вот это пальто марки FMM by Michelle Rossi. Помимо того, что здесь тоже присутствует стиль oversize, размер макси плюс спущенные линии плеч, мы здесь видим очень интересный дизайн. То есть помимо таких интересных вкраплений цветных, дымчатых таких оттенков, мы видим оторочку меховую, что делает это пальто очень стильным. Также этой осенью в моде пальто длины ниже колен. И вот это пальто марки Giorgio Gratti, оно как раз выполнено вот в этом тренде. И помимо этого здесь мы видим очень интересный принт. Можно назвать его даже интерьерным. И вот интерьерный принт сейчас этой осенью тоже очень моден. Этой осенью очень модными будут также пуховики. Вот пуховик марки Chinku. Здесь мы видим сочетание как бы двух вещей. То есть здесь есть такой шерстяной теплый воротник, который мы можем отстегнуть при желании. Если погода не такая холодная, то вот этот вот элемент отстегивается. У нас остается вот один пуховик такого нейтрального, универсального цвета, очень стильный. Вот такой изящный пуховик Луиза Чарано. Помимо такого лаконичного силуэта, здесь еще оторочка мехом, что тоже делает его очень таким богатым. Также мне очень понравился вот этот такой молодежный интересный пуховик. Марка Пинка его подготовила для нас. И здесь тоже прослеживается актуальная тенденция – это отделка вещей пайетками. Я очень редко видела, когда это было сделано на верхней одежде. В данном случае выполнено очень с большим вкусом. С вами была стилист Елена Шевченко. Утепляемся красиво и модно в универмаге ХЦ «Лейпциг».